Всем привет из солнечной Греции, с вами Юля, и вы находитесь на канале Вышивки Крестом. Сегодня я хочу снять отчетное видео по совместному проекту «Мои любимые коты 2». Так случилось, что я снимаю первое отчетное видео непосредственно по совместному проекту. Обычно у меня идут видео включения вместе с другими моими процессами, такие обобщенные видео, но собрался материал, и я решила, что это самое время снять отдельное отчетное видео по моим кошкам. Сегодня у нас очень сильный ветер, возможно, будет слышно, воет как вьюга, такой у нас циклон идет переменчивый, наверное, поменяется погода, идет уже осень. Сегодня еще жарко, но так сильно... Сильный ветер сегодня, что, скорее всего, завтра, послезавтра у нас изменится погода. Ну, у времени года своя программа. А мы продолжаем. И первое, что я хотела бы вам показать и рассказать, как вы видите, это мои коты по набору «Золотое руно». Вот она картинка, эти кошки. Набор у меня был приобретен уже очень давно. Лежал, ждал своего часа. И знаете, вот, ну, я думаю, вы меня поймете. У многих у нас много есть наборов, которые лежат и просто ждут, наверное, своего счастливого случая. Потому что мы все хотим вышивать. Но, наверное, здесь играет еще вот такой счастливый случай, какое-то мимолетное вдохновение или какой-то порыв. И мы начинаем тот или иной дизайн, сюжет. Вот и этому набору повезло, я считаю так, и я приступила наконец-то к этому дизайну. И этому очень-очень рада, честно сказать, я даже не ожидала, что у меня будет получаться вот такой вот хороший результат. Сейчас вы видите небольшой отрезок, который у меня вышит такой участок, да. Здесь у меня вышито... Ну, чуть больше добавочного листа схемы. Сейчас я вам покажу, немножко пошуршу бумажками. Вот так выглядит моя склеенная схема. Здесь два фрагмента. Вот то, что вышито, вы видите, как я тут зачеркиваю. И то, что мне еще предстоит вышить. У меня есть план до конца месяца вышить полностью эти два добавочные фрагмента. Я думаю, у меня есть все шансы, чтобы это осуществить. Отчет у нас идет 20 числа. До 20 я не успею вышить, конечно, такой большой участок. Но до конца месяца все шансы есть именно завершить этот фрагмент. И хочу показать вам лист фрагментами. Вот он. То есть я вышиваю два нижних фрагмента, 6 и 5, они немножко меньше, чем полноценный фрагмент. И дальше я буду переходить на 4 и 3. Ну, буду надеяться, что один фрагмент в месяц я буду вышивать. Поэтому к концу нашего совместного проекта, к концу февраля, эта работа у меня должна быть завершена. Но это такие вот мечты и планы. Дай Бог, конечно, чтобы они исполнились. Вот. Что хочу сказать по отшиву этого дизайна. Вышивается очень-очень легко. Схема здесь действительно простая, хорошо проработанная. Нет каких-то сложных участков. Идет зашивка группами. То есть берешь ниточку, и ты можешь вышить одну и две ниточки. Есть очень такие большие участки, где вышивается буквально вот одним цветом. И это несмотря на то, что в данной работе используется практически, ну не практически, а используется 58 значков. 58 значков. 47 чистых цветов плюс бенды и полукрест. 58 значков. Это не совсем такая как бы маленькая простенькая работка, разработка. Но несмотря на это, схема очень чистая и очень здорово и красиво получается. Как вы можете видеть, но я надеюсь, достаточно этого увеличения, чтобы рассмотреть, что результат у нас очень чистый, четкий, и нет вот такого ощущения, что это прогон.
или, может быть, того, что здесь не хватает какой-то проработки, что мало цветов и очень пятнистая идет работа. Нет, здесь все очень гармонично. Ну и, как вы видите, у меня отшилась ножка кота и хвост. И вот вторая лапка вот вышивается. Буду потихонечку, иду я справа налево, двигаюсь в левую сторону. И дальше меня ждет много полукреста вот в этой стороне. Есть много полукреста. Ну а здесь это перила на крыльце вышивается очень легко. Много зашивки белым цветом, серым цветом. Просто как бы бери и штопай эти крестики. И эту работу я вышиваю в нашей игре, которая проходит в нашей группе «Вышиваем вместе». Игра называется «Рвем когти». Кристина Внукова для нас ее организовала. И знаете, эта игра действительно очень стимулирует и очень помогает отшивать нам наши работы. Получается, каждые два дня, день через день, Кристина для нас бросает кубик, и на кубике мы видим, сколько крестиков нужно вышить. От 100 до 600 крестиков. Это вот такая норма. И почему мне нравится вот играться так вот, да, с крестиками? Потому что я могу вышить мало, я могу вышить много. Сколько у меня есть настроение или сколько мне дает кубик, и отложить эту работу. Поэтому я не устаю от данного процесса. Сколько вышилось, откладываю работу, вышиваю что-то другое. И вот так потихонечку кубик за кубиком вышивается моя работа. И мне очень-очень нравится результат. Так, немножко по организационным моментам. Вот, все мои материалы хранятся вот в такой коробочке очень удобной. Здесь, конечно, нитки уже так разлохматились, ну, потому что я потихонечку их беру и перемещаю на планшетке, на органайзеры. Вот такими органайзерами я пользуюсь в этом процессе. Это органайзеры от AliExpress. Маленькие, удобные, красивенькие, хорошенькие, но все-таки мое мнение, мой опыт с этими органайзерами не самый лучший. Я не очень довольна их качеством, и мне неудобно с ними работать. Почему? Вот этот материал, он то ли жесткий, то ли мягкий, я не знаю. Но при вытаскивание одной ниточки из ячейки обязательно вот потянется вся весь пучок ниток, они там запутаются, выскочит из этого хвостика. Я не могу сказать, что я прям первый раз в жизни пользуюсь этими значками, этими органайзерами. У меня есть пака, с пака дело намного идет получше. Ну а вот этот органайзер, я даже не знаю, в чем здесь причина, может быть, нитки короткие. Ну, хотя не буду говорить что-то, нитки хорошие, но короткие – это не причина. Но факт в том, что очень тяжело мне пользоваться этим органайзером. Постоянно выскакивают нитки, их нужно опять заправлять, поправлять, они куда-то убегают. Вот этот материал, который идет здесь для парковки игл, он тоже очень жесткий, этот фетр. Нужно очень сильно с усилием втыкать иглу, чтобы она не выскочила. Все это как бы для меня неудобство, некомфорт. И такое мое мнение, что если брать, то брать уже пака, один раз раскошелиться, но иметь качественный органайзер. Кто любит вот такие органайзеры? Ну а для меня так вообще, наверное, я люблю, как ни странно, может быть странно, я люблю обычные бумажные, может быть, даже заламинированный или просто бумажный картонный ДМСЭ. Повышивал, попользовался, они не рвутся, долго держатся, нитки вот не выскакивают никуда, ничего не происходит. Выбросил их, и все. И места мало занимают, и не надо, как говорится, мучиться. То есть какой-то вспомогательный эти аксессуары должны помогать, а не доставлять больше хлопот.
Вот данный органайзер у меня доставляет действительно больше хлопот, потому что неудобно брать нитку, она выскакивает. Навесила я здесь не все нитки, потому что тоже как бы неудобно, и постоянное довешивание ниток занимает время. Я не люблю, вот, знаете, играться в ниточки, одну повесили, взяли, опять снова довесили. Я люблю, чтобы процесс был организован просто, но очень практично, чтобы в максимум времени было у меня на отшив крестиков, а не вот играться с ниточками, повесил, убрал, поправил, иголочки повыскакивали, заправил, в общем, понимаете. Вот такое мое мнение, это не говорит, что органайзеры плохие, кому-то нравится, кому-то удобно, кто-то, может быть, смакует вышивку, вышивая по немного, по чуть-чуть, и получает удовольствие эстетическое. Я просто высказываю как бы свое мнение. Вот, что еще? Ну, тот плюс, то, что они у меня помещаются в эту коробочку, это, конечно, это большой плюс, и все компактно у меня хранится. Вот хотя бы в этом они меня радуют. Вот так. В коробочку я складываю их. Оп. Раз. И два. Ну и схема, конечно, здесь все. Видите, получается, конечно, красивенько. Красивенько, так комфортно. Все, они там в коробочке. Коробочка красивая. Все хорошо. Вот. Постаралась приблизить, чтобы вы могли полюбоваться на крестики. Здесь полукрестиков пока еще мало, вот только здесь они. И мне не нравится то, как смотрится так полукрест, который вышивается в две ниточки. Сильно он светит. Я обращу на это внимание, и если дальше будет полукрест точно так же светить, то я буду добавлять сложение. Буду вышивать или в 3, или даже в 4. А, ниточки полукрест. Ну, может быть, не в 4, а в 3, чтобы оставалась какая-то легкость, воздушность, но тем не менее, чтобы не было вот таких сильных просветов. Вот. На данном этапе это все новости по отшиву этой работы. Мне очень здесь все нравится. Я вышиваю с огромным удовольствием, наслаждением. И вот когда вышелся вот этот фрагмент, знаете, вот когда видишь какой-то первый результат, что-то начинает проявляться на основе, это придает еще больше сил продолжать работать и, конечно же, стремиться увидеть уже полностью завершенную работу. Вот, это мой процесс номер один по совместному проекту «Мои любимые коты 2». Но у меня появился еще один процесс, и сейчас мы к нему перейдем. И второй мой процесс, над которым я работаю в рамках совместного проекта «Мои любимые коты 2», это африканские львы, оригинальный набор фирмы Dimensions. И знаете, вышивая этот набор, я поняла, что вот обязательно в процессах должен быть один набор от Dimensions. И неважно, это будет Gold коллекция или простая коллекция. Ну, конечно, Gold вышивается интереснее, мне нравятся вот эти сложения в 3, в 4 ниточки, разные стежки, разные сложности. И я вот сейчас смотрю на мою Мэгги-рукодельницу, на моего Макса. И знаете, меня посещают такие чувства, воспоминания, и хочется вышить Мэгги-рукодельницу еще раз, второй раз. Это настолько интересный процесс, увлекательный, просто супер. Ну, а вот эти львы вышиваются намного проще пока на данном этапе. Ну, я думаю, вся работа будет вышиваться очень легко, потому что здесь очень-очень много полукреста. И в траве, и в небе, буквально пол картины неба вышивается полукрестом. Что может быть проще? Полукрест, две ниточки. Вот. И несмотря на то, что вышивальных дней у меня было немного, у меня все-таки есть такие, скажем, хорошие продвижения. Ну, как вы видите, во-первых, на моей основе появилась все-таки разметка. Как я говорила, что без разметки я путаюсь, и поэтому пришлось мне сделать, выполнить разметку. А во-вторых, то, что у меня было вверху, где у меня шло небо, вот я здесь вот вышила в
все полукрестики. И дошла я до львицы, вот, до ее попки хвостика. Дальше львица вышивается крестом, а крестом вышивать сверху вниз я не люблю, поэтому я перешла на низ, низ картины вышиваю сейчас снизу вверх, поэтому и разметка, конечно же, появилась обязательно. Как вы видите, появляется вот такой вот темненький участок. Почему-то он смотрится совершенно как-то по-другому с обложкой. Я все цвета сравнивала и схемку проверяла, перепроверяла, но вроде вышивая все правильно. Нигде я ничего, какую-то другую нитку я не взяла, но почему-то смотрится как-то странно. Вот. Может быть, засвечена как-то фотография. Ну, непонятно мне, почему-то вот такой вот идет здесь цвет, который очень сильно отличается от оригинала. Я, конечно же, еще поищу в интернете, может быть, какая-то ошибка в самой схеме или еще что-то. Ну, вот то, что получается, то получается пока. Да. Вот, вверху мне все нравится. Здесь небо такое красивое, дерево превосходное. Очень мне нравится это дерево, красиво смотрится. Вот. Но вот внизу у меня какие-то странные ощущения по этому поводу, по этой цветовой гамме. Как-то нелогично. Надо будет еще все хорошо посмотреть. Может быть, действительно ошибка в схеме или значок какой-то, или нитка. Ну, не знаю, надо что-то с этим делать. Вот. Ну, ниточки мои, как вы видите, те, которые на планшетке, я заплела в косичку, в такую легкую, а те, которые добавочные, ну, они у меня вот просто таким пучком идут. Я с ними ничего не делала. Вот. Что могу сказать? Ну, вышивается легко. Как я и сказала, здесь полукрест. Беру и вышиваю. Но вышиваю я эту работу совсем мало. Я в основном занимаюсь другими моими процессами. А этой работе достается мало совсем времени. Но, тем не менее, хоть небольшие продвижения, но они есть. И мне нравится переключаться на эту работу время от времени. Потому что здесь идет полукрест. Я здесь отдыхаю на этой работе. Можно взять одну нитку и просто вышивать один значок. Взять один значок и вышивать этот цвет. Вышивать, вышивать, вышивать без каких-либо проблем. Вот. Очень мне нравится эта палитра. Нитки, конечно, красивые, сочные. Приятно работать с этими ниточками. Вот. Ну что, только нужно время, и работа будет продвигаться. Вот. Единственное, что я хотела показать еще по этому процессу, это мое такое вот новшество. Видите, это у меня здесь хранится в обложке мой игольчатый органайзер. Так как здесь у меня значков много, и в любом случае органайзер для игл мне нужен был. Я как искала для себя простой вариант организации игл, поэтому я взяла ключ, вырезала тот ключ, где собраны просто все значки. Ключ на русском языке я себе оставила. Приклеила на двухсторонний скотч вот к такому мягкому материалу. И все. Мой органайзер готов. Единственное, что он у меня был немножко коротковат, этот материал, и не все значки поместились. Ну, вот я примерно вот так сбоку втыкаю крайние иглы для крайних значков. В принципе, практично, просто и, знаете, легкая конструкция, не нужно заморачиваться. И, ой, зацепилась ниточка. И храню я этот органайзер прямо в обложке. Вот так. Знаете, как удобно? Вот, представляете? Просто. Ну, а сами все материалы я храню вот в такой сумочке. Мне ее когда-то дарили с подарками, с рукодельными.
Вот она на замке, есть у нее глубина, и мне очень понравилось организовать процессы в такие сумочки. Можно брать с собой, легко, удобно и практично. Пяльца сюда помещается, даже маленькие кюснапы помещаются, поэтому вот я с удовольствием пользуюсь этой вещью. Ну, в общем-то, вот такие у меня здесь новости по моему процессу, по моим львам. Также я его вышиваю в совместной нашей игре, в игре в группе ВКонтакте «Вышиваем вместе». Есть новая игра, которая называется «Мурчание котят», создана для тех, кто любит такой, знаете, свободный отшив. Мы вышиваем в неделю, кто сколько захочет, кто только сможет, и каждую неделю просто нужно отчитаться. Любое количество крестиков, у кого сколько получится, так мы и отчитываемся. И вот этот процесс у меня идет именно в этой игре. Сколько успеваю, сколько могу, я вышиваю и потом выкладываю туда фотографии. Тоже очень стимулируют все вот эти игры, потому что знаю, что нужно как-то отчитаться, и хоть по чуть-чуть, но идет вышивка. Вот такие у меня новости. Я надеюсь, вы провели время с удовольствием. Желаю вам хорошего настроения. Ну и, конечно же, до новых встреч. Всем пока-пока.